Привет, мои дорогие друзья! Сегодня у меня пельмени. Я когда-то начинал их кушать и думал, что их было ровно килограмм. Но вот, увы, потом я увидел, что там всего лишь было половина килограмма. Съел прям аж, вообще, аж залетели они, короче, у меня. Вот, поэтому сегодня здесь 900 грамм. Они разварились, получается, я думаю, килограмм. Их здесь 106 штук. Они чуть-чуть меньше, чем обычно. Сейчас я вам покажу. Я думаю, что это сделаем. Сегодня у нас челлендж. Подписывайтесь, ставьте лайкосики, будет интересно. Давайте начинать. Здесь у меня соус. Здесь у меня будет сейчас фанточка маракасы. Вот. Посыплю я, естественно, это все дело перчиком черным. Я его очень люблю именно с ним. Ну, в смысле, с пельмениками. С пельмениками прям вот так. Вот. Главное не дышать, когда сыпишь этот перчик. Сейчас будем готовиться. Именно нальем фанточки. Слюна у меня бежит, если честно, запах. Ай-яй-яй, какой интересный. И, кстати, мама, когда мне их давала, всегда считала. То есть, какой у меня был возраст, столько пельменей я должен и съесть был. На 7 лет 7 штук, ну и так дальше. Так вот, сейчас их 106 штук. Поэтому, мам, до 106 как минимум надо будет дотянуть. Все, всем приятного аппетита. Они, кстати, видите, не очень большие. Фокус, я надеюсь, поймал. Маслицем я их залил. В смысле, не залил, а оно растаяло. Масло обычное, сливочное, не продукт именно, а масло. Я сам не знаю, съем я это или нет, поэтому делайте ставки, господа. Кстати, можете считать пельмени, пока я ем, главное не сбиться. Буду кушать быстро, потому что очень хочу съесть. Очень хочу узнать, съем ли я это все дело. Подскажите, вы бы съели 1 килограмм?
даже на спор. И какой бы вы гонорар попросили? Немножко схватились, пока я настраивал камеру. Я думаю, не беда. Здесь еще тепленькие. Кто считает, я специально показываю, сколько я здесь. Боком пошел. Слишком торопиться тоже не надо. Потому что тогда пельмени боком идут. Если вы понимаете, о чем я. Это именно тогда, когда торопишься. Кто захотел пельменики, сразу говорите.
Ну что, съедим? Как думаете? О, ребятки, я до последнего не знал, съем я это или нет, если честно. Для меня прям аж большой сюрприз, что я это съел. Если честно, я даже не рассчитывал, что получится у меня. Ну, все хорошо. В принципе, я очень хорошо наелся. Пельмени довольно-таки вкусные. Они недорогие, они полноценные. Извините, ребят, чихнул. У меня прям... Извините, ребят, чихнул. У меня прям от перчика немножко в носу. Что там? Вот, поэтому была пауза. Я съел их, я доволен. Если кто из АСМРщиков, мукбангеров меня смотрит, повторите, попробуйте. Я думаю, вам тоже это понравится. Интересно, захватывающе, вообще очень вкусно и сытно. Я думаю, что я с миссией справился. Огромное спасибо, что меня посмотрели. Я думаю, вам было так же вкусно, как и мне. Всем удачи, всем пока.